Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм. Дамы и господа, мое вам здрасте. Добро пожаловать в наш мир искусства под названием «Прохождение народной солянки. Объединенный ПАК 2.1». Друг откуда ни возьмись, появился в рот ебись. Ой, еще один появился. Ха-ха, спать, родной. Так, ребята, сегодня мы будем проходить по-серьезному все. Вот этот пришел. Да что ты, нифига себе, еще один. Ё-моё, да сколько же вас здесь-то, а? О, голый бургер. Тоже пойдет. Ах ты ж, гипопотамчик. Мы с вами, ребята, на затоне. Продолжаем поиски диктофонов шахматиста. Пришел я на сгоревший хутор. Где-то здесь, наверное, печка какая-то. Все, облазил уже. Ох ты ж, я ж не туда пощел. Вон, сгоревший хутор на той стороне. Ну да ладно, пока идем, я вам расскажу, что мы тут нашли. Мы 11-й диктофон шахматиста, теперь будем искать 12-й. Облазил я Юпитер, болото, блин, не нашел нифига. Вспомнил, что здесь у нас еще сгоревший хутор имеется. На болотах уже мы один тайник находили. Ох ты ж, контролеры, как обычно. Ладно, сейчас мы тут покутарим. Братишки. Уай! Один готов, второй тоже готов. Что у вас имеется? Пил, курил, болел. И сдох. А этот? Этот у нас пустой. Блин, здесь еще у нас постоянно же зомбаки спавнятся. Ох, аномалия. Что-то меня сегодня заносит. Вроде дебил. Ага, вот они, зомбари. Так, что у нас с патронами? Будем глушить. Сначала надо эти искоренить. Ох ты ж. О, это не зомбари, смотрите. Это у нас мстители. Ага, попались, голубчики. Тоже все заберем у вас. Надо денежку копить на взносы. Так, и которая из них печка здесь, а? Где она здесь, а вот здесь, а может быть? Сейчас посмотрим. Ага, вот. С первого раза, смотрите, нашли. Оба-на. Фотоподсказка. Фотография с изображением центрального распределителя генераторов. Скорее всего, с этого места можно попасть на кабеля. Пройти по ним и найти первый биотайник. Ну что же, посмотрим. Для просмотра ставить пистолетный слот. Это уже хорошо. Ого! Машин... Ой, ёлки-палки. Извините, ребят, за мой английский. Так, шахматный ход у нас. И здесь диктофон шахматиста номер 12. Ладно, Костя, сейчас... я хоть в шахматах не очень, но кажется, дело пахнет керосином. Нет? Странно, у меня, ребята, пукан здесь не подгорает. А до этого тут-то... жарко были. Ушлый. Когда спит зубами к стенке, можно с палкой пробежать. Ходи, черные, король, F7, E8. Сейчас не будем партию смотреть. Это удылое создание, да его бадим. Мы, мне кажется, ее проиграем все равно. Очкарик нас задушит. Так, ну ладно, надо диктофон шахматиста прослушать. Где у нас 12-й? Ага, вот оно. Еще одна моя фоторабота. Зриф корень. Это каламбур. Люблю рисовать. Но фотографировать тоже умею. Сценарий немного меняется. По фотографии найдешь биотайники. Подсказки к твоим дальнейшим телодвижениям. Это будет отдельная история про одну таинственную личность. И погремушки в рюкзаке указывают на эту личность. Для начала поговорить с земляком. Да, кстати, как успехи с ботинками? Никому там не жмут? Когда найдешь ботинки и разберешься с земляком, тогда и найдешь мой следующий тайник с диктофоном. Блин, неужели придется все-таки еще и земляка порешать? Где у нас фотография? Что-то... ага, вот она. Ставит пистолетный слот. Ух, до шканделя был я. До генераторов, вернее, телепортнулся. Привет, земляк! Случилось так, что мне надо повидать фрица. Не знаешь, где он? Вроде молодой мужик. А уже амнезия. Нехорошо. Там же, где вы последний раз воевали, помнишь? С боцманом антенны отключали. Забыл? Парочка какая-то странная мимо проходила. Про фрица спрашивала. Теперь ты с вопросами лезешь. Ладно, такое забудешь. А все-таки чудно, это фриц придумал. С сообщениями разговаривать. Все бы это. С
ты не в курсе, Земеля? А что за парочка? Я-то в курсе. А вот тебе это знать зачем? Что уже опять задумал отключить? Спутниковые антенны Пентагона? Или, может, НАСА чем не угодило? А парочка-то ушла в сторону кладбища. Так я их больше и не видел. Кладбище, говоришь? Ладно. А по Фрицу так скажу, есть у меня подозрение, что я не человек он вовсе. Биоробот, что ли? Сам ты биохобот. Я думал, у тебя амнезия, а у тебя психопатическая паранойя. В отличие от тебя, я Фрица давно знаю. Когда я сюда пришел, он уже здесь хозяйничал. Еду готовил, больных лечил, оружие чинил, монстров отстреливал. Ловко у него это получалось. От бедра и своего пулемета на расстоянии в 500 метров плоти прямо в глаза попадал. А как он траекторию пули угадывал? Загадка. Короче, душа человек был до твоего прихода, а сейчас сидит на базе и ни с кем не разговаривает, как будто кто перепрограммировал. Вот именно. А я что говорю? Дурак ты, парень. Люди поговаривают, что болен он, со связками что-то. А другие говорят, что глухонемой он с детства. Оставь ты его в покое, стрелок. Иди своей дорогой. Ладно, пойду проверю кладбище. Потом узрю истину и вернусь. И тебе, Фоме, глаза открою. Истина где-то рядом. Найти улики по биороботу. Ребят, у нас новое задание. Давайте будем поглядеть. А, вот она, почитаем. Уйти с высоко поднятой головой, пообещав открыть истину, это, конечно, хорошо. Но с чего начинать? Где эти улики искать? Нонсенс, но опять в глубине души теплится надежда на шахматиста. Ёлки-палки, пойдем на кладбище, кладбище же здесь рядышком. Ага, вот оно. Интересно, что же... Оба, она трупешник какой-то лежит, ребята, в могиле. О, старый знакомый, наконец-то ты, батя, сдох. Я никогда не оставляю живых свидетелей, а тем более предателей Родины. Паскудный был человечка, несмотря на регалии. Все пойдет так. Это мы тут разобрались. Давайте посмотрим-ка фотографию опять. Так, по фотке у нас... Угу. Ну все понятно, надо к генераторам катить. Есть контакт, я сам своим пешком сюда добрался и пришел. Судя по фотографии, ребята, знак у нас прямой. Здесь все знаки, смотрите как, криво, косо, боко стоят. О, видали? Кривой. А этот прямой, а тот снова косой. Еще, вот она, видите, тоже косоглазый. Ой, елки. Вот она, прямой знак, где он? Вот он. Ага, значит, вот по вот этим проводам нам надо вон туда и туда собраться. Вах, как это я так ловко. О, вот он, рюкзачишка. Хорошечно, тут у нас подсказка. Смотри, развалины в мертвом городе. О, ну хоть какая-то конкретная наводка. Улика номер один. Вырванный лист из журнала событий в лагере бойцов последнего дня в мертвом городе. Сегодня погиб наш лидер, наш поводырь, наш светоч в конце тоннеля. Какой-то неверный застрелил его из снайперки и исчез. Смерть неверным. Тело упаковали в лед и под грифом «Секретно» Круз-300 отправили на вертолете в неизвестном направлении. Мы отомстим за тебя, Генри. Смерть врагам Монолита. Тут еще у нас какая-то сломанная плата с микросхемами. Плата с набором разных микросхем применялась военными для ремонта мобильного передатчика на кордоне. Выбираем и отправляемся в мертвый город. Это удачно меня здесь телепортнуло. Надо сваливать быстрее достройку. Вот как раз таки нам сюда и надо. Блин, где-то укрыться надо. Ребята, смотрите. Ой, что-то не то, не тот ствол. Где у нас что посерьезнее? О, имеется. Сейчас будем потихонечку генерировать. Генерировать изотопы. Во, смотрите, идут. Ах ты ж, болван ты, ёлки-палки. Так, стоит, смотрите. Зомбер-команда тут лазит. Это кто там лупит по мне? Вообще не пойду. Ох, нифига себе, с гауссами. Будем всех искоредять. Куда ты-то лезешь, перед паровоза? Не попал. Блин, а, вон рюкзак. Ладно, пусть пока тут хорохорятся гаврики. Блин, кто-то там со снайперки лупит. И притом нехило так по мне. Ой, да ладно, хана, где ты там?
Ага, вон они здесь. Сейчас мы вам гостинчик припасли. Малёха, на тебе, ребят. Граната, разбегаясь, поберегись. Так, надо по-бырому забрать эту рюкзачишку. Чё читать-то? Чё вы, ёлки-палки? Да что ж вы такие югомоны? Ага, спрятался, гад какой, а. Придётся отстреливать. Позиция, правда, не особо. Ох ты ишь, вон он ходит где. Не попал. Вот, теперь искоренил. Есть. Так, кто здесь лупит, а? Вот же засранцы, а. Бандосы пошли в атаку. Это хорошо. Давайте, бандосы, вы с последним днем поместитесь там, хоть малеха. Вот. Кто же там еще? Ох ты ж, нифига себе. Блин, как же рюкзачишку-то забрать? Нет, ваш пей мне неохота, ребята. Во, вон он, я думаю, где он? Там не выйдет, а? Ладно, будем как притопали на плющихе. Кто тут еще? По биорадару рядышком стоит. Блин, еще здесь я какой-то перец застрял. Все, они никак не могут тут. Ох ты ж, нифига себе лупит. Это я ж бронетанк, бронебойный. Что у нас здесь, а? Патрончики, блок питания для экзоскелетов, группировки свободы. Так, подсказка. Смотри, электрощиты с желтыми треугольниками и молнией. ВИК-16. Ребята, ну и улика номер 2. Читать я ее не буду, улики, это нам нужны, наверное, по квесту. Сейчас я здесь всех гавриков вот этих вот попришатаю. Надо с них будет все пособирать, весь лут. И отправляться в ВИК-16. Ох, нифига себе! Я телепортнулся. Смотрите, ребята, сколько какая здесь секта. Ух ты ж, бочек наставили. Тут, наверное, какой-то прикол должен произойти. Где-то у нас тут зомбер-команда. О, эти патроны нам не пойдут совсем. Ох, будем отстреливаться такими трассерами. Вон они, смотрите. Ух ты ж, засранцы. Во. Еле ходят. Зато патроны, смотрите, какие точные. Класс. Трассером, баба, главное монолит не попасть. Нет, и что там вы? Ха-ха, нас зашевелились, смотрите. А чё вы зашевелились, я не пойму. Ой, блин, бачкари тут-то. Ой, ё-моё, вот это да. Вот это да, это я чё, своего что ли попал? Где-то здесь надо искать. Где-то электрощит. Ай. Так, главное, чтобы мои, наши на меня не агрились. Блин, где-то на стенах, наверное. Что такое? Кто тут стреляет? Кто хулиганит? Ребята, вы давайте спать отправляйтесь, да? С пистолетами куда-то против меня. Да ладно! Ох ты, что у тебя дроп, наверное, имеется. О, точно. Даже экзоскелет, смотрите. Вот этому Сахарову продадим. Блин, я не понял, что это такое? Что за хулиганство, а? Ага. Во, вижу рюкзак. Ребята. Блин, так это же как два пальца об асфальт. Сейчас я его заберу. Ай, пукан горит. Так, где она у нас? Вон она. Блин, кто-то еще там стреляет. Будет сейчас мешаться. Ну да ладно. Отсюда попробуем, давайте. Ну-ка, с разбега, как Усейн Болт. Вау, есть. Что такое-то, а? Хулиганье. Ой, что-то я не так. Что-то пошло не так. Блин, опять кто-то мешается. О, есть контакт. Здесь у нас подсказка. Смотри, дублированные электрощитки около емкости ВИКС-10. Ну и еще одна улика номер 3. Мост контролера. Почему не красный? Выбираем. Кто там хулиганит? Где ты там? Почему не вижу? Ага, а, вон он стоит. На тебе тоже по спина. Ох ты, что у этого, наверное, дробь имеется? Да, точно. Кажется, все нашли. Следующая станция. Ух ты, нифига себе, смотрите, просто эгги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь мы, ребята, все нашли. Сейчас вот с этими тут порешаем. Поиграем по давке. И встретимся с вами уже в X10. Кажется, сейчас в X10 весело будет. Надо дубинку ставить с ручником. Жалко, кувалда-то не рабочая. Во, смотрите, ребята, я что дошел. Я этот ствол, который... Как он там называется-то? А, вот. Ремингтон 870 Марины Магнум. Который нужен был лентяю. В мертвом городе подбил.
У последнего дня отобрал. Блин, где мой дубило? Ага, вот она. Блин, уже порепанная стала. Надо газу шуровать в него. Замутить. Ремкомплект. Если, конечно, еще можно это отремонтировать. Ладно, конец игры. Уже будем добивать. Да ладно. Че ты? На тебе, на. Где там еще у нас кровосос? Здесь. Ох ты, целый табуняка. Ой. Красные щупальца поделись. Нет такого ничего. Все по очереди подходи. Хе-хе. Ой, еще один бежит. Ой, как меня сразу уродуло. Ох ты ж, хорошо, я его зацепил, он еще второй раз не пошатал. Блин, да что вы такие все неугомонные, а? Все куда-то, где-то какие-то емкости надо над ними что-то найти. Какой-то щиток. Это все здесь валяется. Ты что тут, а хулиган такой? Ой, тебя еще не хватало. Патроны на тебя тратить. Блин, куда труп делся? Нет, тоже пустой. Интересно, можно оживить Спирина или Свирина? Вот этого тоже можно попробовать оживить. Что-то они никак не гниют, Ерофеев. Вот то, что не нужно, то гниет. Вернее, то, что нужно, то не гниет. Ой, путаю. Короче, я запутался, ребята. Емкости у нас в самом низу. Там, где мы выжигателя включали. Нам, наверное, туда. Ну, ох ты, что у нас здесь, смотрите, что творится. Давай еще один сумрачный кровосос. Ты еще тут жужжишь. Давай. Что такое? По мелким попадать это вообще, блин. Так, надо срочно ставить дробь. Фу, блин. Этими патронами тараканов только и гонять. На тебе. На тебе задницу. Так, где там? Сепараторы. Пробиваемся, ребята. Нет, ну чтобы было повеселей. А то как-то, если я сейчас сразу пойду забирать этот лик. Ты что тут на дороге молишься? Я не понял. Как тебя пройти-то? Вот же гады, а. Хорошо, у меня канистра с собой. Блин, интересно, есть, нету. У меня полный саквояж барахла. В последнее время почему-то он перестал рассыпаться. В HP нормально. Ай, опять кусочки. Сколько же я здесь, а? Я... Монолит, вы что тут в пусть дуете? Давай долби вот этих гадов. Мешаются же. Вы еще тут мешаете. Так, спать. Ай, патроны до хрена хорошо. Трассерами не мочим, трассерами, ребята. Изоморфами. Да ладно, нам все равно уже это даром не надо. Только если продать. А кому их хорошо можно продать? Я даже не знаю, что я патроны не продавал нифига. Таракашки. Еще один бежит, таракашки. Сваливаем. Блин, где-то здесь какой-то электрощиток. Чего-то, кого-то. Найти какой-то рюкзак. Ага, вот он. Или это не то? Нет, не то. Ух ты ж. Тараканы. Че пасетесь, я не пойму. Ладно, двоих искоренил. Ай-яй-яй-яй, вот косой же, а. Блин, надо дробь срочно ставить. Дроби у меня мало, жалко. Ладно, будем таким макаром. Этот рюкзачишка пустой. Где-то здесь. А, вот еще один рюкзак. Уху, нашел. На счет, ребята, подсказка. Код 9524. Блин, 95-24. Надо почесать свою ты колдовку. Улика номер 4. И граната F1. 95-24. Давайте в комментариях дружно все напишем, откуда же этот код. Я-то знаю, и сейчас я туда пойду. Те, кто знает, куда мы попали, все правильно, ребята. Мы снова с вами в жопе Кубероида. Хватит радость. Ой, елки-палки. Что ж такое творится-то, а? Смотрите. Сколько желающих, сколько митингующих, вы чё? Детей даже подключили. Ёлки-моталки. Куда ты лезешь, а? Куда пошёль, а тебе срать. Подсрачненько ему. Блин, здесь нам надо, ребята, на второй этаж попасть. Вообще, валить надо отсюда. Ох, нифига себе тут бургеров. Ой, ёлки, ещё и патроны у меня закончились. Ха-ха. Сваливать надо отсюда. Бегут, матерятся. Вот это да. Вот это, блин. Вот это я встрял. Чё это я сюда попёрся-то без огнемёта в HP?
Ага, так. На тебе тоже. Вот засранцы, а. Будем спилять. Ох ты, что здесь, а. Где-то еще один рубероид. Вот, ой, рубероид. Бургер. Пать родной. Все, вот так вот мы с вами будем разбираться. Испепелять надо. Надоело уже что-то это самое. Блин, эти... Этот шахматист, это вообще, это нечто. Ой, блин, здесь еще попадалово полное. О, еще один бургер какой-то. Хватит родной. Блин, а это так где дышащий тут, а? Где ты, ёлки-пап? Что-то я тебя не вижу нифига. Нам вот сюда и надо, ребята. Здесь жарки. Я уже буду бегать. О, вот сюда. А, вот он лежит. Принц Персии. Записка, подсказка. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Блин, Ленин. Вообще нормально. Так, улика номер 5. Читать не буду. Ага. Диктофон шахматиста номер 20? Нифига себе, а что это был после 12-20 диктофон? Ваш пик красота. Интересно, девки пляшут, а почему 20-й диктофон? Ладно, сейчас прослушаем. Есть контакт. Ну, наконец-то. Я думал, ты опять целый день будешь по лаборатории ползать, как в прошлый раз. А теперь слушай внимательно. Номер кода на разблокировку фрица я у монолитовцев выкрал. А вот цвет кода остался в голове у Клёнова. Первое. Шагай сейчас к профессору и выуживай у него цвет кода. Второе. По подсказке ищи тайник и собирай из цифр номер кода разблокировки. Догадаться нетрудно. Третье. Иди к фрицу и посылай ему из ПДА сообщение. Образец сообщения будет в тайнике. Что будет дальше, я и сам не знаю. Но одно я знаю точно. Мне это крайне необходимо. Ваш педр, больно. Ха-ха, теперь придется еще и Клёнова пришатать. Блин, один тут голограмма зависает. Вот же лентяй. Это второй лодырь после лентяя. Клёнов, здравствуйте, товарищ. Я смотрю, вы не только специалист по созданию артефактов, вы и посложнее задачи решаете. В таком случае у меня к вам приватный разговор. А, заинтриговали. Слушаю вас внимательно. Начну без пролога. Что вам известно про объект G101? Все тайное когда-то становится явным. Глупо надеяться на секретные грифы и печати. Мне мало что известно. Мне была поставлена задача изобрести речевой аппарат для передачи в эфир текстовых сообщений при помощи электрических волн и адаптировать его к известным накопителям и носителям информации, таким как ПДА или мобильный телефон. Я со своей задачей справился, а больше... И вам даже не интересно, где биоробот сейчас? Но меня больше интересует цифровой код разблокировки объекта G101 и его цвет. Слушаю вас. Это ЧП случилось в ночной дежурстве лентяя. Нас тогда охраняли наемники, а тут пришли монолитовцы и началось. Стрельба, крики, кровь. Когда немного опомнились, обнаружили пропажу объекта и секретных документов, в которых была информация по коду разблокировки. Возраст дает о себе знать. Помню только, что цифра была шестизначная, а код был трехцветным и замысловатым каким-то. Смешным даже. Калугин был человеком с чувством юмора. Да, советую поговорить с лентяем. Может, этот Олух Говорун отличится умом и сообразительностью? Ха-ха, и на этом спасибо. Пойду к лентяю, будем надеяться, что он еще живой и не сдох. И еще, стесняюсь спросить. И так затруднил вас в некоторой степени. Но ради науки и мира на Земле, осмелюсь так сказать. Уж очень мне с научной точки зрения интересны изоморфные арт-преобразования. Если вас не затруднит, посматривайте под ноги в районах больших аномальных скоплений разного вида энергии. Может, какой изоморф в глаза попадется. Буду надеяться. Хорошо, профессор, но сами понимаете, тут и так покой нам только снится. А я уже вторые сутки не ем и не сплю. Но, возможно, и найду что-нибудь интересное. Ждите. Лентяй у нас на янтаре. Блин, отправили же его отсюда. Было бы лучше, если бы он был бы здесь. Лентяй у нас очкует на прежнем месте. Не стреляйте, все воюют. А он тут полные штаны наложил. Только попробуй скажи, что ничего не знаешь и ничего не помнишь. Сразу в ухо схлопочешь. А что я должен помнить?
таблица умножения Олух Царя Небесного, цифровой код и его цвет для разблокировки объекта G101. Слыхал о таком? А может, повидать довелось? Ты его еще потом послал на своем дежурстве. А, страху я тогда натерпелся, полные штаны. Цифры не помню. У меня всегда с ними проблема была, еще со школы. А вот с гуманитарными науками, физкультура, пение, труды, рисование, внеклассное чтение, это я завсегда, пожалуйста, на твердую тройку выходил. Красавчик. Ты лентяй гений чистой красоты. Что с цветом кода? Я про цвет даже стихи сочинил. Вот послушай. Серое небо, бурые тучи, хлещет козюристый дождь. В зоне ты не был, это и лучше. Больше чуть-чуть проживешь. Ну как? Классика мирового жанра. А цвет так вообще. Молодец, Калугин, земля ему пухом. Ладно, пока, отец украинской поэзии. Цвет кода я запомнил. Ой, елки-палки, да. А что у нас там по заданиям-то? Кленов же нам дал задание какое-то. Бесконечность мироздания. Надо постараться найти Кленову хотя бы 4 разных изоморфа. Глобус, кактус, компас и пластилин. Сдается мне, что искать их надо. Или в глобальных аномалиях, или в местах бывших глобальных аномалий. Зачем мне это надо? А где у нас глобальная аномалия, ребята? Наверное, все-таки надо начать с Красного леса. Коллектив, все правильно, я приперся. Смотрите, на карте-то у нас обозначаются изоморф. А как раз-таки вот здесь вот аномалия. Не помню, как она называется. Вот еще и остров у нас здесь. Ха-ха, смотрите. Демоны хотят забрать мой артефакт. Это ты где? Где-то здесь. Не знаю, забрал, не забрал. Странно. Ага, нет, нифига, не забрал. Ты рядом где-то. Я-то думал, он не отображается, нифига. Ага, вот он. О, это кактус. Следующая, где у нас глобальная аномалия? По-моему, на картоне есть. Ура, 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 коллектив на картоне точно есть. Пришлось сюда телепортуться, сразу смотрю. Изоморф, компас. Это у нас в этой извечной аномалии, блин. Не могли куда-нибудь другое место засунуть? Я думал, вообще на затоне. Сейчас будем искать. Так, где у нас изоморф сюда? О, куда все аномалии подевались? Вообще не пойму. Странно. И здесь подобрали. О, говоруны. Ёлки. Давайте-ка мы вас успокоим, а? Ребятки. Не, ну а что вы тут, а? Разбегались. На тебе! Ох ты ж, красавчик, как подлетел. Эй, тебе и ребеночка твоего туда же отправили, братцам. Блин, куда дальше идти, куда податься? Не знаю, Юпитер, Затон, сейчас будем исследовать. На Юпитере и Затоне нету нифига. Вот добрался я, ребята, до генераторов. Не знаю, почему здесь, вот смотрите, изоморф. Тут, наверное, какое-то центральное образование добальное. Вообще не понял шутку юмора, блин, а где еще искать? В Восточной Припяти там тоже, где лианы был, тоже нифига ничего нету. По подземным лабораториям, что ли, придется ходить? Вот это да. Вот разработчики же учудили нафиг. Так, где-то оно здесь, а. Обходить не будем, это не наш метод. О, а где он? Ага, наверх засунули, вот дают, а. Вот, а, вон какой-то, смотрите, какой красавчик. Это у нас что такое? Это глобус, по-моему. О, точно, еще один в игре. Есть контакт. Продолжаем исследование зоны. Ой, ты тут еще пришел. Молодец, иди сюда, братишка. Ох ты ж, нифига себе. Опять сумрачный кровосос. Да что ты мешаешься, да? Никак, смотрите, я не могу победить. Сейчас я вас туда. А если вот так по голове? Блин, блин, ребята, засада, убегаем, валим, горох делаем. Блин, пипец. Твоих победить тяжеловато. Ты что такой? Какой живучий, смотрите, а. Так, вай. Ха-ха, этого сразу сдуло. Кишмиш, елки, пришел, что, обоссались, блин, жалко, вас ничего нету. Блин, обшарил все, что можно, ребята, пришел вот бункер управления монолитом. Тут у нас что-то лежит. Но не здесь. Я думал, вот здесь, вот в этой вот фигне есть. И нифига тут кто-то. Никого и нету. Где-то, ну, что-то жужжит, какой-то артефакт. Я не понял, какое здесь аномальное образование было. Я что-то не помню. Кто, ребята, знает, напишите в комментариях. Ваш пенни погибает. Что за фигня такая?
Ну тут вообще отродясь артефактов не было никаких. Вот обнаружил какой-то, не знаю, что за такие. Что это, изоморф, не изоморф. Где-то он в середине прям. Что такое? Я еще зашел, телепортнулся сюда. Да, вот что-то лежит такое. Оба-на. Пластилин. О-о-о. Красавчиком, нифига себе засунули. А какое здесь-то аномальное образование было? Ваш пен даже в бане приложил. Клёнов, я тебе сейчас задницу надеру, блин. Отправил на складку мира искать всякую фигню. Всю зону из-за тебя облазил, блин. Привет. Я все время слышу привет. Да, ну и задали вы мне задачку, профессор. Но я зато изучил систему последовательности появления гипертрофированных изоморфных арт-преобразований в межгалактическом времени и пространстве в рамках всего мироздания и космической бесконечности по отношению к теории относительности Эйнштейна. Ё-моё, это что такое? Да, сильно сказано, товарищ старый, но боюсь, ваше наблюдение сугубо индивидуальное и требует полноценного тестирования. Но это не значит, что каждый индивидуум, мыслящий абстрактно, не должен иметь парадоксальных эмоций и положительных тенденций в рамках космических коллизий всего мироздания и нашей голубой планеты в частности. Давайте ваши находки. Очень любопытно, так сказать. Очень странные предметы. Сразу видно, что из параллельного мира. Я побежал, а вы тут изучайте, ибо мы должны знать, кому мы отдадим в руки построенное нами здание. В общих чертах, так сказать. Ибо потому что вот. Ёлки-палки. Ну и копоти дали, блин. А куда же нам дальше-то двигать? Надо какой-то, ребята, памятник Ленину искать. Ленинов у нас тут дофига и больше. В Припяти был памятник Ленина. Еще памятник Ленина в мертвом городе, но там мы уже были. Наверное, в мертвый город мы не пойдем сейчас. А пойдем в Припять с вами уже в следующей серии. Ну а сейчас приступим к традиционной рубрике «Передавание приветов». Алексею Смирнову хочу передавать привет. Это у нас новый подписчик. Из руку Фоме. Обязательный приветос. Также хочу передать привет Сергею Бондаренко, который там куда-то попал. Не знаю, может быть, на что-то попал. Или, может, выиграл какую-нибудь лотерею. Вот это да. Ну это хорошечно даже. Дальше Алексею Иванову. Ага, Ивану Иванову тоже, который с котом и который без кота, там их, по-моему, 3 штуки. Я имею в виду не котов, а Иванов. Иванов, Ивановых, елки. Так, Вове Кузнецову, тоже большой перевитос. Ну и Шишняеву Геймсу, который пишет комментарии под каждой моей серией. Так что, ребята, вот такие вот у нас пироги. А на этом давайте это видео закончим. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока и до встречи в Припяти.